Я тебе не писал. Мы начали вместе жить, когда тебя еще не закрыли. Ну, она хорошая. Оля ее зовут. Ну, сейчас приедем, познакомишься. Кругалями пришлось ехать. Заблудал еще немного. Я не знал толком, когда тебя выпускают. Сань, просыпайся, дорогуша, приехали. Ну вот, привез. Надолго? Получится. Саш, ну чего там стоишь? Проходи давай. Сейчас ужинать будем, потом баньку сварганим. Здравствуй, Саша. Здрасте. Руки мой. Ужинать на дворе будем. Санька. Давайте-ка. Положу. Все будет хорошо. Давай за тебя. Давайте салатик. Все свеженькое. Так. Хлебушек. Спасибо. Рыбку на зорьке внутренней поймал. Закоптил. Очень вкусно получилось. Попробуем. Ольховая стружечка. Резовые полежки. Очень хорошо. Саш, а ты чего не ешь? Спасибо, я не голодна. Мне нужно помыться. Саш, я тебе свою ночнушку принесла. Может, тебе помочь им? Мне ничего не нужно. Уйдите!
Оль, чего там стелишь? Она здесь будет спать. На нашей, что ли? Да, на нашей. Хорошо, что тебя по УДО выпустили. Я старалась. Саш, это не отстирать. Здравствуй, папа. Уже которое письмо пишу тебе. Никак не осмелюсь отправить. Я все время вспоминаю наш дом. Как нам было там хорошо и радостно. Ждешь ли ты меня? Хоть ты меня ждешь.
Сашка, догоняй! Ветер южный. Клёв будет хороший.